Всем привет, друзья! Вы на канале kukovimovie.rf. С вами Яша, и сегодня мы поиграем в Пигги книга 2. Да, Пигги книга 2. Ведь сегодня, ребята, я хочу с вами поговорить, но на одну тему. А именно, будем рассуждать, что какой же может быть третий эпизод в Пигги книга 2. Который, может быть, и выйдет. Ну, вы пока можете подписаться на мой канал kukovimovie.rf. Итак, что по поводу следующих эпизодов. Третий эпизод должен быть где-то в лесу. У нас уже есть эпизод «Лес» в обычной Пигги в первой части, но кто еще его знает? Ведь, как вы помните, ребята, в прошлый раз мы, получается, с вами попали в лес, и Зизи нашу похитили. И, получается, нам нужно бы ее спасти. Но вот как эпизод называется, давайте мы снова будем с вами как-то думать. О, смотрите, пока я думал, я нашел зеленый ключ. Давайте найдем для него применение. Заодно и карту поизучаю, потому что я не проходил ее сам. Мне помогали мои тиммейты, которые были очень умные. И они, тем более, были даже, как сказать, знали эту карту, наверное, хорошо, потому что проходили. Так вот, по поводу следующей карты. Мне кажется, что там будет лес, и это будет какое-то секретное место. То есть, получается, мы с вами пойдем в какое-то тайное убежище Виллоу и ее приспешников. Панди, Тигри, Китти и Медведь. Почему я Вы видели? Ну, я ошибался с собакой, ребята. Это был Медведь. Да. Не исключено то, что, может быть, это не лес. Это, может быть, уже наступит зима. Потому что, как вы помните, жираф сказал, что он будет готовить запасы. А может быть, когда похитят Зизи, может быть, снег пойдет. Поэтому мы где-то, наверное, будем в заснеженном лесу. Так, ребята, я зашел. Меня сразу убили. Так вот, по поводу третьего эпизода. Это может быть какое-то секретное место. Может быть, это будет заснеженный лес. Что угодно может быть. И мы это скоро узнаем. Я не знаю официальную дату выхода этой карты. Но если, по-моему, 2 недели назад выходила первая карта. Или даже неделю назад. Надо бы вспомнить. По-моему, значит, через 2 недели или через неделю мы узнаем новую карту, новых персонажиков и всего еще нового. То есть, получается, это может быть что угодно. Да уж. Мне интересно, кстати, какой будет бот в этой карте. А тут свинья. Тут свинья. Да, ребята, я уже проходила эту карту в режиме игрока, но мне кажется, то, что мои тиммейты как-то не хотят ее проходить особо. Да. Проиграли сразу. Смотрите, ребята, тут что-то лежит. И я с помощью бага пытаюсь это забрать, ёлки-палки. А, может быть, попробовать скамейки? Нет, тут уже не получится. Что же надо делать? Нет, все-таки не получится просто так. А, давайте попробуем забагать золотой ключ. Да. Может быть, так хотя бы получится. Так. И... Нет, не получится. Фух. Мне даже стало интересно вам рассказать свои идеи по поводу нового бота, который может быть в голове. А также у меня появляется вопрос. Где же Раш?
Раш, ребята, как вы помните, это тот персонаж, который был Зизи. Но по диалогу мы поняли то, что я и Доги как бы отделили мы от семьи. Короче, мы отделили от Виллу ее семью. То есть причинили ей боль. Вот это, конечно, жесть. Да. Ну, а по поводу ботов. Это может быть и Панди, которая была уже добавлена. Это может быть и не исключено, то что это будет не только Панди. Ребята, это может быть кто угодно. Даже может быть Китти, Тигр, Медведь. Да все могут быть, я вам скажу. О, Господи, мне надо убегать. Я стараюсь сейчас пройти второй раз карту. Что я хотела еще вам рассказать? Мне все-таки интересно, когда же наша Виллоу, когда же, может быть, кстати, будет и Раш, может быть, он вернется, кстати. Я хочу, кстати, чтобы Раш вернулся к Виллоу, потому что так будет интереснее. То есть Раш это как бы почти основной персонаж, то есть это начальный персонаж, то есть он самый первый, кого мы увидели в Пиги и Нига 2. Наверное, вы поняли мой смысл. То, что это же самый первый персонаж, которого мы увидели. Кстати, ребят, очень интересный факт. Вы берете лестницу, которая большая, и как-то ее помещаете все. Вы понимаете мою мысль? Мне кажется, что да. Так, ребята, я забираю батарейку, и сейчас я пойду к Зизи, и мы пройдем эту карту. Ой. Вау-вау-вау, отстань! Отстань от меня, свинюка, блин. Мне же нужно отдать Зизи батарейку, быстрее! О, ничего, ты стоишь, пойдем концовку получать. Да, я, ребята, уже получил. Ага, да-да-да-да-да-да. Где Зизи? Где? Вот где я ее должен искать? Наверное, ей кто-то траву дал, и она куда-то побежала. Блин, а, нет, вот она, ребята. Погнали. Второй раз уже прохожу эту карту, ребят. Опять у меня этот баг с глазами. Так, а теперь у меня вообще все застыло. Точнее, не застыло, у меня нету имен и диалога. Где мой диалог? Объясните мне, пожалуйста. Кстати, если вы приглянетесь, то там будет стоять Зи или Ю. О, ребят, вроде бы начался диалог. Хм. Джирафи говорит то, что оно, может быть, не работает. Это наша Виллоу. Говорит в радио. Ну, если вы посмотрите мою концовку, которую я проходила во второй карте, то, наверное, мы уже не будем ее смотреть. Но я хотел бы остановиться на моменте, когда... Вот, ребята, Оу-Ак. Что это может означать? Это какая-то станция 6 Old Ark. Скорее всего, это будет какой-то доки. Но я пока не знаю. Ну что ж, ребята, вот такое вот получилось видео. А вы не забывайте ставить лайки и подписываться на канал kukovimovie.rf. Ну а всем, ребята, пока-пока!